своих самых чудесных подписчиков. Я приветствую на своем канале Солома. И сегодня у меня для вас замечательное видео. Я хочу рассказать о растении, которое в наших краях растет практически везде. И достать его вы тоже можете везде и всегда. Ну и самое главное, что это растение просто паразит вас тем, насколько оно полезно для нашего организма. Ну я думаю, что теперь вы точно поняли, что речь пойдет о крапиве. Крапива настолько полезна, что в народной медицине используют абсолютно все ее части. И корни, и листья, и стебли, и даже семена. Я расскажу вам, как делать отвар из сушеных листьев крапивы. Я их покупаю в аптеке или на базаре. Ну и, конечно же, расскажу, зачем вообще это делать, что она дает. Ну что я вам скажу, крапива просто перенасыщена витаминами, она же лопается от них. Это и аскорбиновая, и пантотеновая, и муравьиная, и кофейная, и фируловая кислоты, и дубильные белковые азотистые вещества, витамин К, это просто кладезь, кладезь витаминов. Так, ну смотрите, сразу скажу вам, я кладу одну столовую ложку сырья, то есть измельченных сушеных листьев крапивы, заливаю ее двумя стаканами воды, и ставлю на огонь на 10 минут. На маленьком огне находится этот отвар в состоянии кипения, потом его выключаю и даю остыть. Отвар из крапивы улучшает работу пищеварительной системы, то есть нормализуются все походы в туалет, регулярность и так далее. Также обладает желчегонным эффектом, кого интересует, нормализует липидный обмен в организме и снижает уровень холестерина. Также снимает отеки, имеет кровоостанавливающие свойства и выводит шлаки и токсины из организма. Ну и, конечно же, укрепляет иммунитет, заживляет поврежденные ткани и, между прочим, усиливает рост волос. А еще очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Плюс снижает сахар в крови и повышает уровень гемоглобина. Ну, это просто кладезь. Вообще все дает для организма. Очень хорошо очищается кожа. Если пить такой вот отвар, как я вам показала, то идут все прыщи, вылезут фурункулы, угри и все, что есть, кожа полностью очистится. Как пить отвар? Отвар я лично пью два раза в день перед едой. За полчаса вот эту чашечку выпиваю. Разделяю на две части. И пью половинку там перед завтраком, половинку перед ужином. Бывает такое, что я просто выпиваю всю чашку вечером перед сном. Я обожаю отвары с крапивы, потому что результат можно почувствовать после него буквально сразу. Сразу же чувствуется такое улучшение самочувствия, прекрасное состояние, хорошо ходишь в туалет, улучшается состояние кожи и так далее. Поэтому я рекомендую его всем. Ну и противопоказания, вам скажу, это индивидуальная непереносимость, а также из-за того, что у нее мощные кровоостанавливающие свойства, крапива противопоказана людям с варикозным расширением вен, тромбофлебитами, атеросклерозами и с густой кровью. Во всем же остальном это просто невероятное по своей ценности и насыщенности витаминами растений. Поэтому, друзья мои, я вам очень-очень от всей своей души рекомендую попробовать принимать этот отвар хотя бы две недели. И вы сами увидите, как улучшится ваше состояние.